Мы ходим мимо этого дома, коленки трясутся, и дети ходят в школу, и садика дети ведут, и кирпичи падают сверху. И что же за безобразие такое творится? Давно они падают? Смотрим в окно, вон сверху, бух, все. Там идем вчера, бух. И что за безобразие? Столбы поставили им вместо того, чтобы их сносить, в квартире поставили столбы. Вместе со столбами угол отвалится, люди отвалятся. Начал сыпаться уже давно. Ну, когда примерно? Год уже есть, два? Уже больше даже. Больше, да? Да. Тебя обращались? Ну, вообще, по идее, в течение года все произошло. Вот этот полный этот бардак. Конечно, обращались, здесь все есть. Во всех инстанциях есть. И в МЧС, и в прокуратуре. И что вам отвечали? Ну, прокуратура подала иск в суд. В суд они, конечно, как бы... Ну, дали то, что у него дом аварийный, но администрация Ленинского района не признает этого дома аварийным. Подала апелляцию встречную. И все. И дело опять все замялось на долгий срок. Не хотят признать аварийным. Когда эти будут делать? Страшно жить такого. Не факт, что сейчас вот сейчас сделают, а через год, через два скажут, ну, люди, переселяемся. То есть у вас еще и внутри все валится, как я понимаю. Ну да. Вот это отлетело у вас в январе, как я понимаю, да? Да, и до сих пор все летит. Да вообще уже летит год. В прошлом году крышу собирались делать, не собрались. В этом году в конце года пришли, фасад решили делать. Я говорю, что смешить-то? Она и так смешная. Какой фасад может быть, когда крышу надо делать? А здесь уже и фасад полетел. Вот оттуда выходите, вот по этой тропке, вот тропка, вот, к тому дому, и там вокруг садик. Так, за километр обойти этот дом, да, чтобы не попасть, да? Да, да. Здесь вот. И сейчас домой уже, вот мы выходим из подъезда. Серег сейчас мне хлеб привез, сигарет хлеб. Остановил машину напротив 9-этажки. А потому он сюда не поехал. Не кто вам поставил эти? Ну, я не знаю организацию. Мужчины работали. Они вот и сейчас пили там ниже нас ставят такие же. А из какой они организации, я не могу. Вот у нас по этажам и вот в комнате вот... которые сюда вот смотрят, в двух комнатах. И выше нас также сделали. Вот лило как. Я днем и ночью ведрами выносила. У меня тут и тазы, и ведра, и чашки, и ложки, все стояло. А что говорят соседи сверху? А там вообще страх Божий, то же самое. Даже батарея вот разорвалась, и все к нам пролилось. То есть можно прямо пальцами разрушать собственный дом? Да, конечно.